Всем привет, с вами Нубик и Владус. Эй, ты чё, блин, с самого хода мне сразу начинаешь говорить? Стой. Я меня полтора сердечка осталось, не убивай меня, Владус. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, разминаться это хорошо, а меня убивать нехорошо. Так, стоп, кажется, не все подписались на канал. Ох, непорядок. Стой, не убивай, говорю, пожалуйста. Если только подпишутся. Хорошо, обязательно подпишитесь на канал, чтобы он меня не убил. Все, молодцы. Спасибо вам большое, что бы я без вас сделал, я даже не представляю. Ну все, короче. Что бы я без них делал, так, короче, Кубик, остров мы залутали. Нам кажется, пора отсюда идти. Я тебя понял. Ну, значит, погнали как можно скорее, потому что ну тебя нафиг. Ты меня все время убиваешь, блин. О, фигушки тебе с макушкой. Эй, я сам разбился, с какого фига? Ладно, я сейчас к тебе тэпнусь тогда, это у тебя... Стоп, а ты где сейчас? Я нигде, потому что я не знаю, как мне сейчас... А, стой, я около кровати. Я около своей кровати, которую мы только что спали с тобой. Блин, я этого немного не учел. Не-не-не, не убивай меня, мы же с тобой уже договорились. Подписчики на мой канал уже подписались, и все, ты меня должен убивать. В прошлой серии с тобой договорились, что я тебе отдаю лук, в общем, и стрелы. Да, и я тебе, значит, могу валить. Эй, погоди, а стрелы это всего лишь две. А, у меня еще свои были 14, стрел нормально. 12 там отдал. А, ну ладно тогда. Это, Владус, погоди, ты же помнишь, что мы еще видосики обещали назвать победители конкурса? Да, помню, давай, так называй. Так вот, я прямо сейчас хочу их показать на видосике. Вот эти чуваки выиграли в конкурсе на офигительные игрушки. Ура! Чуваки, я вас поздравляю. Если ты не победил, то ты не расстраивайся, потому что в следующих конкурсах ты обязательно победишь. Да, конечно, нафиг, конкурсы еще будут, ребята. Нифига себе, Владус, погоди, а это что такое за остров? Офигеть, я его даже не видел. Ты дурак вообще, это мы в прошлой серии пробегали здесь. Так я просто к тебе тэпнулся, но я его даже не видел. Офигеть, это что здесь за завод такой? Главное сейчас мне не подохнуть, понимаешь? У меня кровать. Ну я также тебе думаю. Погоди. Оп! Я что, не попал, да? Ты офигел, что ли? Эй, Влас, не надо пираться, потому что я же тебя хочу еще убить. Я вообще добегу. Я же тебя вижу. Ну так это хорошо, что ты меня увидишь. Только у меня в Майнкрафте еще лагает какого-то фига. И ты меня ни разу даже не убил. Да тебе просто повезло. Ну я тебя еще успею завалить тысячу раз, Владус, не переживай. Так, а мы сразу сейчас начинаем строить новый офигительный домик. Владус, из чего мы будем его делать? Не знаю. Слушай, сейчас мы и определим, Кубик. Погоди, а у тебя блоки-то вообще есть какие-нибудь? Ну вот, чего у тебя больше всего? Давай, говори. Слушай, ну у меня больше всего ничего, понимаешь? В смысле, это как так? Есть, например. Так, давай тогда посмотрим, что у тебя здесь вообще есть. А давай, может, вообще кубик. Из песка дом построим. Кубик. Чё? А где я? Я не знаю, ты что, где-то сныкался, что ли? А, я должен тебя найти. Мы что, с тобой уже, получается, в прятки сразу же играем? Ну попробуй, если найдешь. Ну только ты шифта встань, я тебя вообще на изичи сразу же найду. Нет, шифта я не встану. Так, погоди, а где ты можешь сныкаться? Да по-любому, я, блин, на том острове всего лишь только один раз был, и я даже не знаю, где ты можешь быть. Может, ты где-то наверху? А я тебе даже подсказку не дам. А ты подожди, ты хотя бы на этом острове или нет? Да, на этом. Да ты офигел, Владус, я вообще тогда не рассчитывал на то, что мы с тобой будем сейчас в прятки играть. Блин, а ты что думал? Слушай, Кубик, это вообще такая нычка, короче. Не, ты там ищешь. В смысле? Да по-любому ты где-то здесь сидишь, прям 100%, я в этом уверен, что... Я прям чувствую так по запаху, что ты где-то рядом. Да нет, Кубик, ну ты чё, я вот же. Вот же, а где ты был? Не скажу. В смысле не скажешь? Ты офигел, что ли? Давай скажи, где ты спрятался, пожалуйста. Не слышу, что-то связь теряется. Вот офигел, ты, наверное, где-то в домике здесь зашкерился просто и все в своей нычке какой-нибудь потайной. Наверное, может быть, нет. Давай, Влад, смотрите, с чего мы с тобой домик-то будем делать? О, смотри, алмазная кровать просто. Я, короче, Влад, смотри, я смотрю, у тебя тут есть 64 блока песка, может, из песка его построим вообще? В принципе, из динамита нафиг. Ну давай, тогда получается, если что, вдруг так получится, то что твой остров вообще разнесется к чертям. Ты что, дурак? Нет. Так я так же думаю, поэтому я не хочу строить дом из динамита. Давай просто сделаем поддон из булыжника сначала. Вообще, бери лопату, Кубик, сейчас будешь лопать. Лопату, а где ее взять, я не знаю, у тебя она есть здесь, нет? А где же дом-то здесь строить и как это сделать? Надо определиться как-то с местностью, поэтому бери лопату, Кубик. Так, походу, ее нужно будет сейчас заново крафтить, потому что у меня ее нету. Как нету? Там нету лопаты у тебя. Ну, тогда крафти, Кубик, ты же Майнкрафт. Так, все, я уже вообще-то ее сделал, потому что я же там алмаз такой быстрый. Алмазов у нас пипец как много. Реально, целая куча просто алмазов. Так, давай, срубай здесь все вот это, я тоже себе скрафчу. А, то есть сейчас земельку надо равнять, да, я так понял? Да. Окей, без проблем, сейчас быстренько все сделаем и все. А где железо? О, нашел железо. Я не знаю, где там твое железо, я пока что просто ломаю земельку и все так быстрее ломаю, потому что Владус... Конечно, нубы ходят с каменными лопатами, профессионалы с железными. Я там пару блоков земельки случайно упустил, но я думаю, что ничего страшного. Да, ничего страшного, земли здесь достаточно. Да, ее реально здесь дофигища вообще. Вот на скайблоке был пипец, конечно, земли там вообще не хватало. Это, Владус, знаешь, что я тебе хочу сказать? А? Вот мы с тобой только что проснулись, но, видимо, нам снова пора спать.
Нам снова пора спать, согласен. Погнали тогда сразу же, побыстренько поспим и все. Сейчас не ляжешь, давай сначала, елки-палки. Еще и дождь пошел, да что за фигня-то, почему здесь все так наперекосяк вообще идет? Наперекосяк, реально. Тут еще... так, а вот даже Мишка тут решил спрятаться под дерево, чтобы его не намочило. Да? Угу. Давай уже, все, пошли нам спать, пора, быстрее. Так быстрее на все блоки собрать, чтобы их потом дождем не смыло. Все, быстрее, погнали, и я уже сплю. Надеюсь, растениям хватит. Давай, беги, Купик. Все, спокойной ночи. Ты что тут, подожди, ты что со мной такое натворил? Не знаю. Я тоже сам нифига не понял, давай спи уже быстрее. Все, наконец-то, ты что так долго, блин, спал? Ты что, до края там, что ли, так долго бежал? Я не спал долго, это ты за Соня, нафиг. Я просто люблю... А, скелет! Скелет здесь появился, блин, волосы, у него быстрее, у тебя алмазный меч. Какой он резвый, ты что бегаешь? Он вообще какой-то бешеный, надо просто его поджечь и все. А, минус скелет просто, но он еще и чудо затоптал. Аж Зубенко вообще офигел от него. Так он реально, я вообще за Мишку так-то переживал, то, что с ним что-нибудь случится, но нет, он остался жив, это самое-самое главное. Нам, наверное, придется перенести потом генератор, а потому что он что-то здесь вообще не вписывается. Да, если у нас там домик будет, он его может немного подпалить. Да, согласен. Кстати, точно, блин, это хорошая мысль. Да, так я просто начал немного думать, просто я там уже пару раз такую ошибочку немного допускал, и вот я так думаю, что больше ее нельзя допускать. Слушай, смотри, сделаем поддон из булыжника такой. О, можно на самом деле красивенький. Это получается, у нас здесь такое будет основание, да? Да, о, а сюда мы, смотри, так, Купик, я придумал идею дома. И что там такое придумал? Сейчас все будет, смотри, вот так вот. Давай, сейчас я просто булыжник соберу и посмотрю. Смотри, это вообще супер дом будет. Нифига, огромный, ты что-то такое задумал, а где у нас будет вход? Что-то он реально огромный, давай его сделаем чуточку хотя бы. Да, потому что здесь и так вообще места как-то слишком мало. Да, он нужен нам уютный, но не такой вот маленький, как вот этот. Знаешь, что я так думаю? То, что здесь можно сверху делать из полублоков, чтобы блоки немного экономить. Согласен, можно и так. Но, в принципе, у меня булыги дофига, я транжирую просто. Так что, зачем ее лишний раз переводить? Лучше просто взять и здесь полублок поставить, и все. Так, сейчас, подожди, смотри-ка, что. Нам сюда нужна лесенка, вообще будет. Да, вот лесенка. Подожди, это получается, чей домик-то будет, мой или твой? Мой? В смысле? Мы что, тебе получается уже второй дом строим? Не, давай просто домик будет общий. Так... Не, можешь забрать вот этот дом. Мне просто вот этот не очень нравится. Я хочу свой, понимаешь? А, ты свой личный хочешь? Нифига себе. Ну давай конечно, так уж и быть, тебе его построим. Слушай, нам нужна будет еще ферма деревьев в ближайшее время, потому что да, это так... катастрофически мало у нас. И я так думаю, то, что здесь места вообще нету и придется ее строить на каком-то отдельном острове. Да, я таки думал, что она отдельно острове. Так я таки подумал. Так, давай думай-то, из чего у нас по итогу будет основной домик. Давай, может, из земельки. У меня земли очень-очень много. А земли много. Сейчас, подожди. Смотри, лесенка вот такая здесь будет. Просто лакшери, да, кошерная лесенка. Здесь еще можно, короче, заборчик поставить. Погоди, у меня есть один заборчик, сейчас я его сделаю. И... Здесь будет дверь. Угу. И у меня есть один забор. Ты дурак? Ну ладно, да, хотя, в принципе, неплохо смотрится. А, ты хочешь из досок, что ли, делать? А у тебя доски еще есть или нет? Где их можно взять? Доски, да, смотри, я тебе скину половину, вот то, что у меня есть. А я могу, если что, их сам еще нарубить, нет, у меня топор золотой есть. Нет, это дерево не руби, оно красивое, оно своими руками построено. А, ты его сам, что ли, строил, нифига себе? Не, где-то... сам, оно просто на карте было, но видно, что дерево... А, все, я врубился, окей, я без проблем вообще. Я не рублю, понимаешь? Так, оп. Оп, так, теперь слушай, нужно сразу же сделать углы. Нифига себе, Лаус, ты как все быстро строишь. Из дома выход сделать на острова другие, вообще жесть получится. А как ты это хочешь сделать? Ну вот, смотри, здесь дверь поставить, и вот, тут сразу выход на другие острова. А, ты это имеешь в виду? Так-то нормально, это получается такой будет балкончик небольшой, да? Сразу же из многих островов. Смотри, первый этаж, точнее нет. Вот здесь у нас будет два этажа, а вот здесь будет один этаж со смотровой площадкой. С чил-площадкой мы будем там делить. А, все, я понял тебя, нифига, там такой типа балкончик будет. Офигительная идея, так мне очень нравится. Ориентируйся. Смотри, потолок, я думаю, нам хватит, на три блока как раз, да, вот я так и думал. Три блока это вообще в самый раз, так. Только, блин, у меня булыжник, это вообще уже мало осталось, походу нужно будет еще где-то булыжник набрать. Не, булыжник здесь не надо, это, ты чё? А из чего ты хочешь делать? Из земельки? Ты чё, дурак? Да, блин, ну чё тебе вот земелька-то не нравится, ну ладно. Вот, смотри, вообще просто лакшери, кошерно. Да, вообще так офигительно, у тебя еще доски есть или нет, да? А, так я же могу сам сделать. Купик, мы с тобой дурачки. Только ты. Нет, ты. В смысле, а почему я дурачок? Потому что внутри не нужен булыжник, внутри же у нас дом, блин, а не площадка какая-то. У нас только поддон из булыжника должен быть, а здесь... А, вот что, ну ладно, так уж и быть, так, я сразу тоже здесь тебе немного помогу и доски здесь сразу поставлю. Так, сейчас тогда все надо вырубить, понимаешь? Блин, мне интересно, какой домик получится. Наверное, все-таки кошерный. Я думаю, что будет вообще офигительный, если поставят свои лайкосики наши зрители. А мы окна будем делать в пол? Я думаю, окна в потолок.
Ты что, дурак? А что, так такими технологиями еще никто не пользовался, и вот мы будем первые. А мы не будем пользоваться, мы же не дураки все-таки. Ну ладно, уговорил. Так, давай быстрее сразу здесь заделать весь пол. Погоди, у нас какой-то домик темненький получается, ты так не думаешь? Думаю, что нормальный, в принципе. Да не, нормальный, зато он уютный будет, Купик. Так, ладно, смотри, я, короче, пол уже до конца доделал, что будем делать дальше? Что будем делать дальше? Я вон, смотри, уже просто работаю, понимаешь? Оп. Погоди, так у нас окна-то что, по итогу будет не в пол все-таки? А давай, короче, у нас окна в пол будут сзади вот здесь вот, чтобы мы могли на небо на наше смотреть. Сзади что такое? Давай лучше вот здесь просто панорамный вид у нас будет, Ну давай, здесь, в принципе, без разницы мне. Да это домик-то сюда же твой будет. Вот так у нас будут разделяться этажи, мне кажется, вообще топово будет, вообще просто. Да, так выглядит вообще прикольно, я сейчас так сразу же здесь... А стоп, а где у нас будет с тобой лестница на второй этаж? Только дерево, пипец, как нужно много. Так а я могу сейчас просто пойти его сразу же нарубить? Нет, надо ферму сделать. Стой, погоди, а вот это дерево можно нарубить или нет? Нет, оно тоже красиво, да купим. Да блин, а вот это? Вот это можно, да. Все, окей, его я так сразу же быстренько тогда и срублю. Да у меня есть еще дерево, Купик, что ты успокойся. Так ты сам же говоришь, что его нужно очень-очень много, и вот я переживаю, что его все-таки не хватит. Подожди, нужно подрасчитать. Раз, два, три, четыре, пять. А мы с поддоном считаем? Нет, раз. Я не знаю, два, ты что такое считаешь вообще? Все, четыре блока в высоту мне нужно еще построить. Погоди, а здесь только есть небольшой косячок. Какой? Так ты там блок неправильно поставил вообще-то сверху. Какой блок неправильно поставил? Да я его уже убрал. Чего тебе не нравится? Да все, короче, вот ты потом сам пересмотришь и сам все поймешь. Вот, да, вот этот блок, который ты только что поставил. Так, блин, я его просто не доставил. Раз, ну ладно, ладно. Три, четыре, все, Купиндрос, смотри, здесь вообще красота. Владус, я тебе говорю, где у нас с тобой будет лестница на второй этаж? Лесенка на второй этаж, я не знаю пока что, это мы еще определим. Ее не обязательно делать большую, как бы можно. Ну так я хочу сделать красивенькую лесенку такую, чтобы вообще прям лакшери. Мы посмотрим, если место для нее будет, тогда сделаем красивую. Ну ладно, так у нас же просто лакшери дом, и вот надо из этого делать большую лесенку. Ну, это да, это логично, конечно. Конечно, логично. Я вот фигни бы не сказал, честно говоря. Так, давай быстрее сразу думать, что здесь еще делать. Здрасте, раз, два, три. Погоди, так здесь же у нас будет балкончик просто. Да, так, блин, а я там ничего не делаю, ты чё? А, ну все, правильно, значит, мне тоже сейчас здесь быстренько нужно заделать, да? Да. Окей, без проблем, так все заделали. Всё, смотри, здесь вообще шикарно все, можно даже окна здесь сделать. А может тогда вообще с тобой лесенку сделаем, прямо здесь, вот где-нибудь с внешней стороны и все? Можно сделать переход в тот дом. О, нифига себе, ну что, получается, у нас будут два близнецы? Ты дурак. Ну ладно, согласен, не близнецы, они же не похожи. Я тебе так и говорю вообще с самого начала, ты куда фигни здесь несешь, Вообще непонятно. Я тебя сейчас убью, короче. Да не надо меня убивать, мы же договорились, что в этой серии буду я тебя убивать, я не хочу этого делать. Сейчас лестницу вот эту уберем и посмотрим, как наш дом выглядит со стороны. Давай, только у нас еще здесь с тобой дверей нету, если что. Да нормально, я думаю, они скоро появятся. Конечно, скоро появятся, так-то вот вообще основание вообще прикольное, просто капец, мне очень нравится. Мне нравится этот топовый дом. Ребята, ставьте лайк, если вам он понравился. Обязательно целую кучу лайков. Подпишитесь на все наши каналы, да? По-любому, да-да-да. И поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующий видосик, да, Владус? Да, согласен, плюс. Да, вот Владус уже все плюсанул, ты пиши свои офигительные комментарии прямо там, внизу. А с вами был Кубик Нубик и Владус, пока!